первый же вопрос, который мне задали после съемок тест-драйва с газовым Lexus GX470, где газовое оборудование и где бак? И действительно, я очень наглядно показал, что визуально это оборудование никак себя не проявляет, но вместе с тем почти 100 литров жидкого газа где-то должны быть. Все просто. Бак находится под днищем на месте запаски, и это доставляет определенное неудобство. Выбор следующий. Либо ездить без запаски, либо вешать ее на дверь сзади, что для многих неприемлемо, либо как-то пристраивать запаску в багажнике. Вариант решения, который выглядит весьма аккуратно, самодельный чехол из кожи, как это сделано в случае с нашим Lexus'ом. Ну а если вы посчитаете, что полноценная запаска даже в гламурном кожаном чехле занимает слишком много места, а это действительно так, то остается вариант докатки. Она немного меньше и пространство в невеликом багажнике 470-го остается больше. Ну а под капотом газовое оборудование выглядит так. Компьютер, газовый редуктор и два блока газовых форсунок. Впрочем, когда мотор закрыт пластиковым кожухом, не видно и этого. Ну и, конечно, тот самый индикатор газ-бензин в салоне. Скромный, маленький и почти незаметный. Вот, в общем-то, и все.